С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 13 апреля. В России отмечается День мецената и благотворителя. Этот день приурочен ко дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената, покровителя художников, артистов и музыкантов. И напоминает нам этот день о любви и добре, милосердии, справедливости, заботе о ближнем и помощи нуждающимся. Сегодня тайский Новый год Сонгкран – крупнейший общенациональный праздник, который проходит с 13 по 15 апреля. В эти дни, когда на улице стоит неимоверная жара, тайцы обливают друг друга водой, надевают цветочные гирлянды и раскрашивают лица во все цвета радуги. В последний день на улице выносятся статуи Будды, столь же усердно поливаемые водой. Сегодня Всемирный день рок-н-ролла, правда, неофициальный. Между поклонниками до сих пор идет спор, связанный с датой исполнения хита американцем Биллом Хейли «Rock Around the Clock», что в переводе означает «рок круглые сутки». Одни считают, что хит появился 12 апреля 1954-го, другие, что 13 апреля. В любом случае, рок-н-ролл – это новый образ жизни, способ самовыражения, вызов устоявшимся традициям. Рок-н-ролл еще жив? В этот день появились на свет в 1519 году Екатерина Медичи, королева Франции, жена Генриха II, мать троих королей Франции, Франциска II, Карла IX и Генриха III. В детстве ее звали «Дитя смерти», потому что мать скончалась от родильной горячки, а отец погиб несколькими днями позже. При дворе ее звали «Купчихой», намекая на отсутствие дворянского происхождения. Подданные же ее именовали просто «Королева смерти», так как период ее правления ознаменовался кровопролитиями и распрями. 1743 год. День рождения Томаса Джефферсона, американского просветителя, третьего президента США, автора проекта Декларации независимости Северной Америки. Он стоял у истоков основания университета Вирджинии. 1771 год. День рождения Ричарда Тревитика, английского инженера и изобретателя. Он придумал безрельсовую паровую повозку. Это первый паровоз для рельсового пути. В 1842 году родился Федор Плевака, известный русский юрист, адвокат, выступал защитником бедных на крупных политических процессах. А в 1883 родился Демьян Бедный, русский советский поэт, сторонник режима советской власти. Жил, между прочим, в самом Кремле, и за глаза его называли «вельможи». Его роль в советское время нельзя недооценивать. Он был очень популярен благодаря особому стилю своего творчества – народному, понятному, ну и темам, которые обозначались во время революции 1905-1907 годов. Он, говорят, продолжил традиции Некрасова, рассказывая о народе, о трудностях его судьбы, обвиняя в этом барство и господ. Вот, например: «За правду распинаюсь я уж много-много лет, и за словечко каждое готов держать ответ. Написано, подписано, читай меня, суди, любовь и злая ненависть сплелись в моей груди». 1940 год. День рождения французского скрипача, дирижера и композитора. А зовут его Владимир Космо, известный нам по многим замечательным мелодиям из французских художественных фильмов. В 1948 году родился Михаил Шуфутинский, советский, американский и российский певец. В 1952 году участник группы «Машина времени» Александр Кутиков. А в 1955 году Ирина Хакамада, политический деятель. Также в 1963 году родился Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам. А в 1973 российский рок-музыкант, актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Год 1975. В этот мир приходит российская фигуристка, чемпионка мира Олимпийских игр в танцах на льду Татьяна Навка. Об истории этого дня. 1605 год. Смерть Бориса Годунова и воцарение его сына Федора. 16-летний юноша принимал присягу вместе с матерью. Юный царь был свергнут и вместе с мамой и сестрой спустя 7 недель от начала правления отправлен из дворца в подворье Годуновых. Позже их убивают. Крепкий и сильный Федор оказал сопротивление убийцам, которые вчетвером едва справились с ним. Официально было объявлено, что Федор и его мать отравились. Однако их тела, выставленные на всеобщее обозрение, имели следы насильственной смерти.
1902 год. В Петербурге проводятся испытания первого в России троллейбуса. 1941 год. В Москве подписывается пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Стороны обязались поддерживать мирные и дружественные отношения, взаимно уважать территориальную целостность, но в августе 45-го, после отказа Японии принять требования США, Англии и Китая к капитуляции, СССР официально объявляет, что принимает предложение союзников и считает себя в состоянии войны с Японией. И последнее. В 1922 году Реввоенсовет Республики на красноармейском значке кокарде в виде красной звезды заменил плуг и молот на серп и молот. Как говорилось в приказе наркомата, красная звезда символизирует революционную борьбу трудящихся за освобождение от голода, войны, нищеты и рабства, является символом рабоче-крестьянской советской власти. 5 ее лучей означают интернациональную солидарность трудящихся 5 частей света, а серп и молот – союз рабочего класса и трудового крестьянства. Поначалу эта звезда была геометрической формы и больше похожа на морскую звезду или цветок, а вся символика и ее толкования были явно позаимствованы у масонов, как считают некоторые историки. До сегодняшнего дня существует несколько версий появления этого советского символа. Некоторые считают, что это отсылка к событиям Великой Французской революции. Есть и другая версия. Красная звезда в тогдашней России не столько имела революционный смысл, сколько традиционно ассоциировалась с четвертой планетой Солнечной системы – Марсом. А его считали богом войны. Как бы там ни было, но после Великой Отечественной красная звезда для всех нас носит один из самых главных смыслов – память. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».